просто хотели покататься на велосипедах, хорошо провести время и, ну, просто узнать получше наш город. Эта игра ждется с нетерпением и с большим азартом. Задания интересные, как всегда, и участвовать будем регулярно. Нам предложили в школе, и мы решили хорошо провести время. Лучше было встать в 6 утра, приехать в другой город, побегать здесь. Это ж намного интереснее, чем спать до обеда дома. Поработали мозгами и покрутили педали, поработали ногами. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим партнерам «Зеленые точки» и «Додо Пицца». Они предоставили классные призы для наших участников. На эту сцену ПГБС. Аплодируем!